В ефірі актуальне інтерв'ю. Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. Сьогодні у нас у гостях Валерій Сердюк, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, доктор медичних наук, професор. Будемо говорити про ситуацію із госпітальними базами, медреформу, виплати лікарям, а також про оптимізацію медичних закладів. Отже, моє вам вітання, пане Валерію. Здравствуйте. Пропоную для початку певну статистику, свіжу статистику стосовно, що в нас зараз відбувається з коронавірусом. На сьогодні ми маємо 1209 случаїв зараження коронавірусом по області. Це, опять-таки, стабільний, достатньо, так сказати, прогнозуємий показатель. Остаються на лікуванні у нас 119 чоловік і 1065 чоловік виздоровіли. К сожалению, есть 25 летальных случаев. Буквально вот за последнюю неделю два летальных случая по городу Кривому Рогу. Добре, скажіть, будь ласка, на сьогодні госпітальні бази всі працюють, чи щось змушені були закрити через певну статистику? Да, у нас було явне улучшення, яке ми наблюдали за останні, скажімо, там 4 недели, да, которые были, мы четко анализировали ситуацию, мы проверяли статистику, все было абсолютно у нас контролируемые, поэтому, безусловно, мы некоторые наши госпитальные базы перевели на плановый режим работы, в том числе и нашу основную базу, это областную больницу имени Мечникова. Но, к сожалению, буквально вот сейчас, за последние 3 дня, 4 дня мы видим увеличение количества ковида, поэтому безусловно, вот только сегодня, так сказать, с утра у нас происходило совещание, и мы определяем новые пути. Мы должны проанализировать достаточно подробно ситуацию. Мы понимаем о том, что люди немножечко расслабились, и сейчас у нас есть моря, которые, значит, дают нам отрицательную статистику. Вот буквально получается так, что за субботу у нас мы имеем 24 случая заражение коронавируса, это уже в 2 раза превышение, даже больше, в 2,5 раза, чем обычно. И если посмотреть за 7 дней статистику, то у нас, если было показатель этот 0,95, то на сегодняшний день он уже составляет где-то порядка 3,2. Поэтому это такое в 2 раза увеличение заболевания ковидом нас настораживает. И, конечно же, мы будем смотреть дальнейшую динамику, буквально следующий день. То есть мы посмотрим за ближайшие 3 дня, потом будем смотреть 7 дней. Вот, и это как бы дает нам право сейчас более жестко подходить к случаям нарушения карантинных мер по коронавирусу. Потому что даже при той ситуации, когда мы сняли, скажем так, надзвичайную ситуацию по коронавирусу, карантин и карантинные мероприятия никто не отменял. Дивіться, ну, маємо ще майже півтора місяця літа, але вже зараз думкою про 1 вересня. І багато батьків, малечі, ну, задається головним питанням, чи взагалі відбудеться школа в тому сенсі, як ми розуміємо, чи це буде знову-таки дистанційна варіація. Дуже актуальний питання. Я хочу сказати, що ми теж думали о тому, що у нас буде час для, ну, скажем, более детального разбора и подготовки, с точки зрения подготовки наших всех резервных баз. Мы тоже готовились ко второй волне коронавируса, но, тем не менее, видим уже сейчас тенденцию к увеличению, и поэтому мы уже понимаем, что, видите, как середина июля, а тем не менее, мы уже опять начинаем говорить о коронавирусе, и говорить уже достаточно плотно. Поэтому это говорит о том, что коронавирус, он все-таки не имеет сезонности. Коронавирус, он опасен и продолжает оставаться, так сказать, актуальным и опасным на сегодняшний день. И поэтому, игнорируя все правила, карантинные правила, то мы можем очень быстро получить вспышку. И сейчас мы, конечно, работаем над этим достаточно плотно. И штаб опять сейчас начинает собираться буквально каждый день в таком экстремальном режиме, потому что, еще раз я повторяю, вот это особенно за выходные дни, вот тут были обстоятельства и свадьба, и так далее. То есть, в общем-то, есть определенные нарушения карантинных мер, в том числе и по учреждениям массового питания, то есть и рестораны, и кафе, и так далее. Поэтому они могут нам дать очень серьезную проблему инфицированности.
Якщо говорити про міграцію не лише на автомобілях, от наскільки я з інтернету почув, що найближчим часом відновлюють потяги на Трускавець, це вас занепокоює, ця інформація? Конечно. Почему? Потому что все-таки, вы можете видеть о том, что все-таки есть какая-то определенная зональность, и тем не менее, если у нас благополучно все в области, то это не значит, что благополучно везде. Мы видим о том, что ситуация на сегодняшний день по инфицированности достаточно неблагополучная по многим областям. Западной части, это и Закарпатье, это и Львовская область, это и Волынь, это и Винница, это Тернополь, поэтому и те же Черновцы, поэтому... Я хочу сказать, что я бы воздержался от поездок сейчас, в западные регионы области. Более того, я еще раз повторяю, это пока еще, достаточно исследуемая информация, но тем не менее мы видим о том, что, скорее всего, так получилось о том, что мы получили, люди едут на курорты, и понятно о том, что они хотят отдохнуть, хотят хотя бы сегодня или в этом году хоть раз, покупаться у моря, каким-то образом позагорать, отдохнуть, но тем не менее, я еще раз повторяю, эта ситуация не очень благополучная. На курортах мы имеем, не могу сказать со стопроцентной уверенностью, она требует все-таки проверки этой информации, но мы имеем, опять-таки, можем иметь вопросы массовых заражений. Поэтому, опять-таки, на курорты едут и из Закарпатья, на курорты едут и из Черновцов, на курорты едут из Волыни, из Тернополя. Поэтому в данной ситуации, я еще раз повторяю, надо быть предельно бдительным и, конечно, соблюдать, еще раз я повторяю, потому что никакого другого эффективного средства нет, как самоизоляция и соблюдение карантинных мер. Ни один препарат, ни одна вакцина не поможет так, как самоизоляция. Добре, так чи інакше, знову про ковід, але в масштабах і так званої медреформи, яка відбувається, скажіть, будь ласка, чи розрахувалися з тими медиками, хто приймав участь, чи в повному об'ємі і таке інше? Ситуація постійно на контролі у губернатора, тому понятно о том, что на сегодняшний день ковида стало меньше, и поэтому у нас работали три основные базы. Это инфекционная больница Кривого Рога, инфекционная больница города Днепропетровская, 16-я больница города Днепропетровская. Это и сейчас есть, так сказать, основные ковидные базы. Помимо этого еще работает Каменская, Новомосковск, и работала областная больница имени Мечникова. Я повторяю, сейчас она перешла на другой режим работы. Хотя мы уже подумываем в отношении того, чтобы сейчас освободить некоторые корпусы, опять вернуть как ковидную базу, потому что мы видим тенденцию к увеличению коронавируса. Все эти больницы контрактированы, все заключили контракты, они прошли по НСЗУ, соответственно, пакеты утверждены и звиты сданы, и, соответственно, уже подтверждены договора на финансирование. Поэтому мы посмотрели сейчас, как на сегодняшний день, насколько мне не изменяет память, есть еще 4 больницы, которые не получили финансирование. Это из тех ковидных больниц, которые... Это по июню месяцу. А так все рассчитались полностью. Это получается тройная заработная плата. Получили врачи, те, которые работали с ковидными больными. Вот. И там буквально несколько мобильных бригад, а так, в общем-то, все остальные на сегодняшний день, они получили заработную плату. Не могу не спросить, есть ли у вас информация о том, вот знаете, понятие награждения непричастных, да, то есть там всем, кому не надо, повыписывали нормальные премии, а те, кто вот стояли у станка в литейке, так, где были на передовой, кого-то обидели. Есть ли такие жалобы среди медиков в нашем регионе? Это все находится на совести, в общем-то, главного врача, который составляет табель рабочего времени, он четко мониторирует даже количество рабочих часов, сколько каждый из докторов или медсестры или санитарки отработал непосредственно с ковидным больным. Это все находится в табеле, в графике, который подписывается главным врачом в конце и передается уже на Национальную службу здоровья для финансирования. Поэтому я думаю, что такие случаи исключены. Добре, наступне моє запитання стосується програми безкоштовних ліків. Як вона реалізується на сьогодні на теренах Дніпропетровщини? Достаточно успішно реалізується ця програма. Програма направлена на лічення пацієнтів з діагнозами бронхіальна астма, діабет второго типу і сердечно-сосудистые заболевания. Где-то порядка уже на сьогоднішній день виписано 800 тисяч рецептів. Работаємо ми і в програмі участвують порядка 670 аптек.
Я хочу сказать, что если возникает где-то какой-то вопрос с точки зрения оформления рецепта, есть телефоны горячей линии, в том числе и нашего департамента охраны здоровья, поэтому если возникают какие-то вопросы, прошу сразу же обращаться по этому поводу. Программа работает абсолютно четко, слажено и безотказно. Ну, тобто фактів зловживання не виявлено на сьогодні? Ні, поки ні. Добре, тоді, мабуть, покроково, хто може стати учасником цієї програми, ви сказали, але як це зробити ефективно, аби, ну, скажімо так, не витрачати зайвий час і свій, і... Ну, всегда нужно обращаться непосредственно к семейному врачу, поэтому у каждого есть свой семейный врач. Тот, кто не законтрактирован на сегодняшний день по семейному врачу, обязательно нужно сделать и заключить контракты. И при обращении к семейному врачу у каждого семейного врача есть соответствующие рецепты, которые они выписывают, и вы можете получить эти доступные лики непосредственно от вашего семейного врача. Поэтому, еще раз повторяю, программа работает абсолютно четко, и здесь нет сложностей. Ну, наскільки я розумію, якщо не заключив, то ні, ну, і не отримав. Якщо ти не заключив договор з твоїм сімейним врачом, то в даній ситуації за всі медикаменти ти платиш самостійно. Добре, пропоную поговорити про оптимізацію закладів психіатричних та туберкульозних. На часі інформація, не зовсім прозоро комусь кажеться. Вам слово? Да. Ну, ситуация по психиатрической службе и по туберкулезной, и, в общем-то, сейчас поднимается не только по этим, но сейчас информация поднимается и по многим госпиталям, в том числе и по госпиталям, связанным с обслуживанием инвалидов, ветеранов войны, и по нашим санаториям, и домам ребенка и так далее. Министерство выделило дополнительные деньги с точки зрения финансирования этих закладов. Эти все наши учреждения, они продолжают финансироваться до конца года. Мы собираем эти учреждения, мы общаемся буквально каждый день в департаменте с этими учреждениями и даем понять о том, что все-таки необходима оптимизация. Мы понимаем, что на сегодняшний день уже так финансироваться, как мы финансировались ранее, мы не можем. Но, тем не менее, я хочу сказать, что у нас есть резервы. Эти резервы связаны с тем, что, ну, скажем так, ну, если мы встречаем, вот, скажем, по туберкулезному больному, если речь идет о туберкулезном больном, и это не реконвалесцент, если это не тот случай, который имеет случай активного туберкулеза или резистентного туберкулеза, то, в общем-то, эти все больные могут совершенно спокойно находиться на наблюдении, они могут лечиться амбулаторно. И при этом для этого не надо содержать стационары, для этого можно сделать просто, скажем так, это определенные сайты или лабораторные, так сказать, точки при поликлиниках, которые ты можешь приходить, обследоваться, получать лекарства, принимать эти лекарства и, в общем-то, как бы абсолютно в таком режиме ты находишься на лечении. То есть, в общем-то, необходимо для этого иметь стационар. Случаи с точки зрения активных форм туберкулеза и те, которые требуют госпитализации, мы об этом думаем. И, конечно, мы сейчас оптимизируем эти койки, потому что у нас было 5 туберкулезных диспансеров, конечно, которые не нужны. Вот, и сейчас мы, в общем-то, оптимизируем всю эту сеть. Мы создаем единый туберкулезный центр, который будет создан на базе нашего областного центра туберкулеза. Мы делаем реконвалесцентный центр, который будет на базе Кривого Рога. Остальные мы делаем сайты, точно так же, как и по СПИДу. Говоря о психиатрической службе, опять-таки, психиатрическая служба, она оптимизируется. Мы понимаем, что в той же психиатрической службе было очень много случаев, которые требуют амбулаторного лечения. Они требуют, ну, скажем так, там, неорганические поражения, функциональные поражения, которые возможно наблюдать, которые возможно, так сказать, ну, скажем, просто делать, опять-таки, сайты и приходить на обследование, и при этом совершенно спокойно получать лечение в амбулаторном порядке. Они переходят на такой режим работы. Все, что касается, так сказать, серьезных органических поражений, которые требуют, возможно, даже режимного наблюдения, это все у нас как бы рассматривается, и мы понимаем о том, что такому сокращению такие учреждения они не будут подходить, и, в общем-то, они будут финансироваться, поэтому, в том числе и из централизованного, из державного бюджета. Ну и вам побажання для мешканців региону. Ну, пожелание одно – это оставаться бдительным, потому что, еще раз я повторяю, коронавирус, он не дремлет, и он поджидает вас на каждом углу, поэтому режимные мероприятия соблюдаем, карантинные мероприятия соблюдаем, дистанция
обработка рук, геличная гигиена, ну и очень внимательно следить за собственным состоянием здоровья. Это температура, надо смотреть и обращать внимание на то, как работают ваши легкие, вот, даже на одышку в покое, возможно. Ну и смотреть, еще есть такой симптом, достаточно интересный симптом, это если даже вас не беспокоят другие симптомы, тем не менее вы чувствуете, что вы теряете обоняние, то, в общем-то, тоже обращаться, потому что, к сожалению, коронавирус влияет и так. Вроде бы как бы и легкие интактны, и, в общем-то, нет других поражений, но, тем не менее, мы видим, что больной теряет обоняние, и при этом потом начинаем проверять, а там есть до 40% поражения в реально легких, и там есть ковидная пневмония. Поэтому, еще раз повторяю, надо оставаться бдительным, ковид не дремлет, поэтому я очень всех прошу оставаться, вот, помнить о том, что он есть, и быть предельно внимательными. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам нагадаю, що у гостях у нас був директор Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, доктор медичних наук, професор Валерій Сердюк. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.